Поехали. Что там у нас по пику? Опять ТБшка в пике. Так понял, сейчас ТБшка считается супер жестким. Ну, в принципе, ТБшка не слабый. Он не слабый. Кто у них на харде, типа, земелька будет? Анигма в лес или что? Ну, это мне не нравится. Земелька, не понял, кто у них? И у них никого на харде, стоп. У них пустая харда или что? А, ну так лучше, конечно, но... Anyway, как-то... Silencer mid. Интересно. Люблю смотреть на Silencer mid. Ну что, в теории Silencer это очень сильный лайнер. Крипы хуёво пошли. Тут ему неудобно будет харасить Эмбера. Тем более, я думаю, он видел земельку. Или не видел. Походу, он его видел. Не знаю. Эх. Да, он на стримере пропускает просто фраги. Это не виноват со своей паузой ебучей. Вот этот Джерекс, я помню, он еще на Зимерке играл 1000 лет назад, он типа задрот на нем, по идее. Ну, он считался в ранкеде один из самых сильных земелек. Хотя там было еще много задротов. Помню, там в ранкеде человек 5 было, которые реально просто супер топовые земельки. Ну, во времена, когда Зимерка был, скажем так, тир-1 героем в ранкеде. До тех пор, пока его не порезали. То есть, на очень сильно, много раз. Ну, Эмбера, конечно, желательно убить до 6-го. Что они пытаются сделать. Ну, это фраг. Тут не убежать уже. Проебанный ТП, хотя это было очевидно, что фраг. Микроошибка, но ошибка. Нужно сначала смотреть сюда, а потом уже, ну, порталиться. То есть сначала оценить ситуацию, чтобы не проебать портал. Магнус теряет вышку очень быстро. А, лол. Окей. Ну, anyway, Магнус теряет очень быстро вышку. Ну, Сайленсер пизда. Ну, Сайленсер это, конечно, такой герой, типа, слишком ситуационный. Не знаю, насколько он будет хорош против этого пика. Ну, блядь, ну что это такое, ну? Зачем? Блядь, какие же вы дауны. Сколько тут минут стояла вышка в Deny RNG? 3,5 минуты, ну блядь. Ну, куда вы приехали? Где вы играете, вы понимаете? Ну, какое отношение, как будто... Зачем Enigma тратит Black Hole? Хотя, а, я понимаю, окей. Действительно было слишком оптимистично. Размен вышками. Это, разумеется, на пользу Radiant. Потому что у них более лайтовый пик. Думаю, понятно, Terrorblade плюс Ксин под Энигмой. Плюс Варлок. Вот я бы на месте Варлока собрал Мидас. Вот кому нужно собрать Мидас, так это Варлоку. Варлоку Мидас это просто must have. Я просто никогда не понимаю, когда Варлоку не собирают Мидас. Это именно тот герой, которому Мидас просто супер must have. Вот. Я хейтер Мидаса, но Варлоку это топ-1 идем. ГГ. Это вообще нормальный билд на Сайленсере, собирать Хурикан Пайк плюс Мидас? Это ж типа ноль импакта в файте билд, разве нет? Что-то не понимаю этого билда. Блять, у него озвучка с арканой хуже, чем без арканы. Хуя покупать аркану на Джаггернауте. Просто разъем. Сайленсер кор, как обычно. Лол! Когда Silencer core, то... Что-то происходит, что он делает? Что, что, блядь? Что, блядь, дурак или что? Что ты сделал? Что это было? Вот это провал. Просто его нафидел. Что вообще уебищная игра мне вообще? Настолько все просто. Просто взяли Silencer, челики отдали игру, получается, или что? Ну, потому что Silencer ничего не сделал, он просто всю игру фармил Мидаса, а потом Хурикан Пайк. Ну, это...
Где? А импакт? А импакт выйдет погулять. Это же мидер. Ну посмотри, что с тебя с Ансером теперь? Вот эти вот куча иллюзий, что ты сделаешь? Нажмешь хурикан пайк на них? Например. Отличная идея. Ну нажми хурикан пайк на кого-то, может поможет. Это пиздец. Самый конченый билд за всю историю доты. Ну и серьезно. Хули, он ульт не прожимал. Блять, не зачем надо сайленсером играть? Короче, я не понимаю. Они могли убить Эмбер Спирита, если бы сайленсер нажал ульта. Почему он его тогда не прожал? Типа не стоит нажимать ульт ради убийства Кэрри? А ради чего тогда стоит нажимать? Чего он хочет? Сделать ульт на 5 героев, которые хотят применить свои спеллы в этот момент? Или что? Чего он хочет? Какой ситуации он ожидает? Ему Эул нужен только в том случае, если его Магнус поймает на скэшер, как вот здесь было. И сайленсер прожмет ульт. А, так он поэтому его не поржал. А, окей, я понял. Все, наконец-то до меня дошло. Спустя 1000 лет до меня дошло, почему сайленсер здесь ульт не нажал. Потому что у Эмбера был Эул. Бля, гениально. Он не может фармить со скоростью Террорблейда, он не может пушить со скоростью Террорблейда. И в тимфайте он ничего не может противопоставить Террорблейду. Все, что он может сделать, это нажать ульт. Так само нажать ульт он мог бы как саппорт, понимаете? У Террорблейда пока убивать нечем, только сплэш. Типа сплэш в ульте Магнуса, если Джиггернаут проедется под эмпауэром. На ультишке. Вот так-то лучше. Виталик не нашел. Когда сможешь, что там по ответам на вопросы с Обеславы? Уже 3 месяца после интервью. Прошло, ты говорил, что после интервью, ну на ПД, кажется, кто-то писал, что оно накрылось, хотя я хозяй, правда, или нет, особо не интересовался Рафлан, Рафлан, меч пропокинул. Не говорили, что нет. В ближайшем будущем не говорили. То есть после интервью, которое, скорее всего, будет в ближайшем будущем. Вот это красиво, вот это охуенно! Вот как можно убить ТБ. Собственно, как я и говорил, это вот хорошо было. Они его убили все-таки? Правда, ворота, конечно, мешают. Вот это было реально охуенно, Магнус молодец. Это был очень охуенный файт, они отбились от Аегиса, лол. Молодцы. Жестко. Окей, берет аркану и можно прожать метаморфозу с иллюзиями. Вот вообще будет заебись. Кстати, по идее можно иметь с арканой руны сколько иллюзий? Можно иметь 3 плюс 2, 5 иллюзий можно иметь с арканой руны. Лол. Реально 5 иллюзий. Эх. Жаль, мы не увидим этого. Или увидим. Ну, метаморфозу она по-любому прожимает с арканой. Надеюсь, он понимает. А, мы можем увидеть 5 иллюзий сейчас, кстати. Вполне. Манту прожал, молодец, аркана, все правильно. Иллюзию нажимай. Отлично, молодец. Сейчас будет 5 иллюзий, парни. 5, 5, 5, даже больше. Ну, бля! А-а-а! Ебать! Страшно. Это пиздец. Это беда реально. Не знаю, по-моему, надо бы ультовать Магнуса на эту толпу иллюзий. А что еще делать? Почему он не ультанул? Ясно. Найс ульт. Все, как Г2-2. Че тунеленькая игра, конечно, если честно. Пик сайленсера... мягко говоря, прикольный. Ну, по крайней мере, меня это не разозлило, потому что в прошлой игре я пиздец рейджил на эту медузу бесполезную. В этой игре мне было просто похуй, наверное, потому что я с сайленсером сам не играю. Ну, тут сказать особо нечего.
пик Сайленсера не оправдался, как обычно. Как обычно. Сука, мы раз уже такое видели, что пикает Сайленсера на мид, и он просто, ну, ничего не делает. Ну, даже нельзя сказать, что он хуёво сыграл. Как бы, он, ну, ничего не сделал, потому что он ничего не мог сделать. Что ты можешь сделать, когда тебя идет пушить Террорблейд? Что ты этим Сайленсером сделаешь? Ты что, будешь глейвами по одному, по одной иллюзии убивать, или что? Что ты можешь сделать? А что сделать? Ты не можешь Террорблейда гангать на Сайленсере, ты не можешь ничего делать. Все, что ты можешь, это драться 5 на 5, нажимать ульт. Ну, бля, nice game plan. Драться 5 на 5, зависеть от ульты одного героя. Одного. На унылочах игра. Блин, я целых 5 игр каменчу. Окей. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И подписаться не забудь.